всем зрителям, подписчикам канала Райская усадьба привет. Сегодня мы строим легенду номер 0, наверное, пока без номера, номер еще и не присвоили. Вот, ширина у нее 2 метра, длиной будет 4 метра. Сейчас пока разгрузились, начали работать. Фундамент у нас бетон, вот за нашей уже построенной здесь легендой. Поставили каркас, закрепили, сейчас вот будем по низу отливы. Одну сторону прикрутили, сейчас вторую сторону. И сразу сейчас пойдем закрывать стены. После стен крыша и остальная, так скажем, мелочевка. Закончился у нас монтаж. Напоминаю, строили мы сегодня теплицу легенда. Шириной 2, длиной 4 метра. Пойдем смотреть. Сразу с одного торца у нас дверь опущена по фундаменту. Дверь обновленная, с форточкой, с удобными ручками. С другого торца у нас просто форточка. Есть форточный блок на термоприводах. Термоприводы пока деактивированы. Сам каркас теплицы сделан из трубы 40 на 40, стойки, остальное усилители и верхние несущие части из трубы 20 на 40, прогоны из трубы 20 на 20, поликарбонат 4 миллиметра, 0,7 плотность, стоит все на бетоне. Закреплено с помощью анкеров. Также имеется такой отлив. Имеются декоративные уголки. Они не только обрамляют теплицу, но и прижимают поликарбонат. Торцы у полика у нас защищены торцевым профилем. Это не первая теплица. Первая теплица вот у нас 3 на 8 легенда. Все в хорошем состоянии. На этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!